С этого ракурса хочется просто не переставать снимать эту Андору. Красивый такой. Вообще такая клевая площадь. Прогулка по Андорре ла Велья. Но эти краны такие смешные. Обалдеть. Шумит горная река. И вот такая вот здесь красота. Сегодня с погодой очень повезло. Вышли мы погулять. Мы прямо в центре живем. Просто нереальное какое-то место. Такая вот красота, окруженная горами. Все в пошаговой доступности. Магазины, обувь, парфюмерия, очки, торговые центры, горы. Немножко дождик закончился, нам повезло. Мы сейчас идем гулять, кушать, а завтра уже будем смотреть достопримечательности, так как мы продлились на сутки. Очень здорово. Очень копеечный отель, хотя, ну, я имею в виду цена, достойный, и плюс завтра включен. То есть за 68 евро в Андорре можно иметь отель с завтраком, а в Барселоне за 220 евро отель был без завтрака. Красивые такие бутики. Очень здорово. И сейчас мы зайдем вот в этот вот торговый центр голубого цвета. Какой экран, обалдеть! Обалдеть, как красиво! И эти горы вокруг. Просто нету слов. Вот такой вот чудо-торговый центр. Прямо буквально. Окли, Гармин, боже, Соломон. Все, что хочешь. G-Star. Класс, какое чудо. Мы сейчас пойдем что-нибудь... О, пойдем съедим что-то. Пойдем что-нибудь съедим. И потом будем тратить деньги. Андорра просто нереальная. Это какое-то хамоново... Хамоново-фуэтное какое-то сумасшествие. Очень крутой супермаркет. Вообще можно с ума сойти. Сколько здесь всякой красоты, мяса и просто всяких нереальных вещей, фуэтов просто различных навалом, и пакованных, и распакованных. Ну и, конечно же, не могли мы не прийти сюда, в главную достопримечательность Андорры ла Велья. Это мост и, конечно же, часы Сальвадора Дали. Часы Сальвадора Дали. Время течет и плавится. Ну, Андорра вообще не... Сам город вообще нереальный. Боже, какой прикольный дом. Просто весь такой хай-течный, такой гламур, окружен горами и вот такой вот красотой. Очень здорово. Мы идем в музей Кармен Тиссен, и вот по дороге вот такие необычные памятники. Обалдеть, красивый. Тут просто куда ни глянь, везде вот такая чудесная красота. Дом такой, как замок. На фоне гор. Красиво. Идем в музей прикоснуться к прекрасному. Так интересно, он спрятался. Вот музей Кармен Тиссен. Прямо вот так вот. Здесь просто стройка идет. И вот мы идем в музей. И вот такие необычные памятники есть. Не только время течет, но и музыка. И вот картины на фасадах. Так необычно.
зеркальный такой переход, вообще обалдеть, на башню туда. Как необычно это все. Сейчас пойдем на мост Деля Тоска. Он где-то в горах, вот. И перед этим нужно прикоснуться к культуре. Чувак говорит: братан, ты перед тем, как прикоснуться к природе, к культуре прикоснулся, можешь теперь идти на мост. И вот мы стоим на мосту Деля Тоска. Буквально минуту. Вот здесь такая вот красота, речка горная, обалдеть. Но туда наверх идет огромный променад прямо в горы. Тут часами можно туда идти, в эти горы. Боже, как тут круто. Как же здесь это все красиво. Горные дома. Воздух просто невозможно передать словами. Чудо какое-то. Мы с другой стороны зашли дороги, и здесь можно прикоснуться просто к какой-то старине. С той стороны трасса, машины ездят, дорога. Поднялись на мост и пошли по вот этой улочке с другой стороны, и все, как будто ты здесь в каком-то старинном городе. Андорра ла Велья — это что-то нереально красивое. И этот воздух, он... Вот, слышно машины. И этот воздух нереальный, горный. Это какое-то чудо. Это что-то невозможно описать словами. Как это здорово. Идешь по старинной улице, а там ездят машины. И вот выход, оп, и выход уже на трассу. Чудеса. Вау-эффект продолжается. Боже, какие красивые елки. С вот такой вот, с таким вот чудо-памятником. Обожаю эти елки. И сейчас мы выйдем к этой красоте, которую мы хотим посмотреть. Наверное, какая-то необычная церковь или что-то ультра хай-течное. Вот зеркальный такой комплекс, еще не знаем, что это. Площадь такая красивая. Боже, как здесь все здорово. Каждое дерево шикарное. Идем смотреть этот шпиль. Парк с площадками для спорта вот напомнил нам парк Бальцана. Он немножко здесь меньше, конечно же, но так это все здорово сделано. Кольца, турники, канаты. Можно вон лазить по различным веревкам, валяться. Велотреки. Смотри, какой велотрек клевый. Вон можно кататься. И вот это чудо непонятное. У нас интернет здесь пропал. Вот с интернетом в Андорре какие-то проблемы. Интернет пропал. Сейчас идем на мост с памятником Сальвадора Дали. Там есть общественный городской интернет, просто на улице. И вот сейчас подключимся и узнаем, что это за чудо. Инсталляция. Обалденный парк. С различными активностями. И вот надо будет глянуть, что это за шпиль такой. Какой-то торговый центр, скорее всего. На церковь не похоже. Солнышко вышло, погода вообще одуренная. Детям, конечно же, раздолье здесь, в этом парке. И все это окружено горами. Прям как долина Шамони. Да, каталанский язык такой непонятный. Все эти надписи вообще с испанским ничего не ассоциируется. Ничего не понятно. Но от этого Андорра ла Велья уже не становится. Чудесный город. Нереальной красоты город. Уникальная лавочка, вот сделана из крышек. К
крышек, пробок из пластика. Сюда можно это все бросать. И вот сделали такую цветную лавочку из recyclable материалов. Обалдеть. Такой кукольный город. Здесь живут настоящие живые люди. Ой, а туда в гору вообще обалденная постройка. Вот эти вот чудеса, утопающие в зелени. Да, домики такие классные. Домики, утопающие в зелени. Просто что-то нереальное. Просто что-то нереально сказочное. Вот такие вот лыжницы коровы. Тут есть. Такое все прикольное. В общем, по количеству торговых центров с парфюмерией и аутлетов и аптек, это, наверное, самый самый густонаселенный город, который я видел на квадратный метр всех этих парфюмерных магазинов. Их так много, просто можно одуреть. Ну, какой-то аутлет. Очень прикольная улица. И архитектура нереальная. Дошли мы до церкви Сент-Эстеве. Такая красивая, необычная, с башней. И эта площадь такая милая, очень красивая. Да здесь куда ни посмотри, настолько все мимишно. Я представляю, как здесь зимой, когда все в снегу. Вот, интересно, закрыта эта церковь или открыта. Хотелось, конечно же, в нее зайти. Вот такая вот необычная, красивая. И сюда такая улочка идет. Просто какое-то чудо. Ух ты! Тут такой дворик с фонтанчиком. Какая красота. Блин, неужели она закрыта? Чудо. О, вот такая вот картина. Фасад обалденный. Все такое здесь старинное. И напротив вот перукарня Энрико. Обалденный такой дом. Весь в цветах. Очень красивая. Красивая церковь. А с этой стороны открывается невероятный вид на эту церковь. Она закрыта. В 11, 12 и 19.30 у них происходят службы. И тогда она, наверное, открыта. С этой площади все горы видны. Одуреть можно. Как же здесь красиво, невероятно. Отсюда, с этого мостика, вот здесь прозрачный такой пол. Вообще прикольно. Вот с этого мостика здесь открывается вид на всю долину. И вот эти чуваки сидящие, так здорово. В Ницце тоже на площади, вот на главной площади Ниццы. Вот эти памятники. Они ночью загораются с этими мужиками. И тут вот они прямо возле вот этой вот красивой гостиницы. С видом на горы, и отсюда открывается нереальный вид. Кстати, вот здесь недалеко вокзал. Тут все вообще рядышком. Обалдеть. Да. Какие-то конструкции и горы. Вот такой вот мостик.